Все дефекты, которые были выявлены на Самара-арене, устранят до 20 марта. Об этом стало известно на совещании, которое в режиме ВКС провел глава Самарской области Дмитрий Азаров. В акте приема стадиона указан ряд замечаний, но все они не носят критического характера. Это отражено в акте приема стадиона от Российской Федерации. Так точно. Коллеги, вот это очень важно, что когда стадион сдавался, мы принимали вот эти уже там выявленные дефекты, мы все отразили, мы приняли его в таком виде. Во время ежедневного утреннего обхода была обнаружена трещина на сварочном шве, но ситуация не критична, поскольку речь не идет о несущей конструкции. Трещина в сварном шве на горизонтальной связи. Прошу всех услышать меня и еще раз подчеркиваю, что не на консолях, которых 32, а на горизонтальной связи. Условно, ну, если простым языком, это горизонтальная труба. Все неисправности по гарантии устранит организация, которая строила объект. Также Виталий Иванов рассказал о планах по развитию стадиона. Уже есть договоренности о размещении на стадионе спортивных секций, подразделений технопарка «Жигулевская долина», заточенных на проекты Самарско-Тольяттинской агломерации и школы спортивного ТВ. Завезены первые экспонаты в музей самарского спорта. Кроме того, ведутся переговоры об организации на территории парка экстремальных видов спорта и парка развлечений с элементами дополненной реальности. Глава региона подчеркнул, что очень важно иметь конкретный план работы с арендаторами и жестко соблюдать сроки его реализации, и поручил председателю правительства включить достижение целей и задач по развитию стадиона в КПИ дирекции учреждения. Виктория Шарая, «События».